Сдали. Итак, царь у нас в хиле. О, а вот это уже интересненько. Царь в хиле. Так, и у нас получается что? Правильно. У нас получается ситуация такая. Видите метки в пати? То есть, первая метка. То есть, это Чопс ДК, Простил, Рейд, Сомалийский, Микстурка. Ваша позиция — это квадрат. Ну, там, кроме Микстурки, понятное дело. Тут будет на второй фазе выходить простые мобы или ментали, которых вы должны стичиться, чтобы они не дошли до босса. Это раз. Во-вторых, если с вашей стороны выходит моб зеленый, вам надо его срочно убить. Убиваете моба, лутаете с него, стоит фрилут, лутаете с него порченную магму. Порченную магму должно перекидываться с одного человека на другого. У кого порченная магма в сумке, тот не может двигаться. То есть перекидываете где-то снизу вверх, потом сверху уже подходит лок, перекидываете лок. Лок ставит портал и портируется к тому защитному полю, которому нужно. Фласку дай. Вытащите всех, пожалуйста, меня и Казума в рейде, чтобы легче было. Какие фласки, кому? Кастеровские. Сейчас дайте банк поставлю. Что менять? Зачем? И рыбу дайте. Так, первая пати, у нас квадрат. Вторая пати, крест. Третья пати, кружок. Четвертая пати, луна, ваша ситуация. Шреддер, где у нас пятая пати. Треугольник, это ваша позиция на второй фазе. Когда выходит моб зеленый, следите. Если видите, что зеленый моб возле вас выходит, сразу говорите, какая метка выходит моб. Вы должны его слить. Он где-то 15 секунд. За 15 секунд вы должны его слить 500к. Это изи. Надеюсь, нахуй для вас. На страйдерах у нас император, турбойс и еще и вип. На миле мобах, который будет танчить Алиса в ромбе. На миле мобах я, Войт и Пан. Услышали? Мастер, добавлю. А пусть Алиса ближе к центру стоит, потому что гвардейцы появляются не конкретно из оттуда. Они как-то могут ближе к центру появиться, ближе... Что сделать? Как... Пусть она ближе к центру стоит, чтобы... Не обязательно в ромбике стоит. Ближе к центру стоит и смотрит. Ну, понятное дело, если она будет стоять ровно в стенке, нахуй, то она не увидит мобаха, который... Ну, да, не обмен. Сколько обмены? Рыбу дай. Третья фаза, самая изи, которая тут есть, нахуй, это просто. РДДшники все играют в спора скатов, которые наверху есть. Милики играют в босса. Да там по факту 2-3 РДД поставить на спороскатах, а остальные пускай в босс хуярят. Да типа для дотать, они сами подыхают, эти спороскаты. Ну можно так, главное милики выходите с лужи. Если на вас корни есть, не паникуем, прожимаем прожимки, потом выходим. Это вся третья фаза, насколько помню. Шреддер, обмен микстурки. Ну на третий точно так же, как и на первый, будет кидаться дебаф, а с ним просто выходить. Все. Все, фулл ребаф раздали, рыбу ставлю. Все видят, в каких они пати находятся? Лапу и инту бафните. Кто дегенерат и не знает, как открыть сумку и увидеть порченную магму, просто первый слот вашей сумки переносите где-то во второй слот, так, чтобы второй слот был занят, а первый был свободен в первой вашей сумке. Сумки открываются на клавишу B, если у вас забиндено. Да. Если не забиндено, на Shift B открываются все сумки. Либо сделайте макрос. А если вы наркоман, то идите к наркологу. Царь, ты был там? Конечно. На первой фазе все стоят там возле босса, блядь, недалеко рассредотачивайтесь, потому что когда уже будет вторая, тогда уже разбежитесь по своим меткам. Только, блядь, не попутайте метки. Видите зеленого моба, сразу озвучивайте, кидайте остальных мобов и кидаетесь на этого моба, убивайте его поскорее. Эрченок, пул.
Страйдера Милик не играем. Отчет пошел. Типа танчик, да? И отчет пошел. Ладно. Куда он ушел? Что вы делаете? Куда ушел? Я, блядь, нахуй не дал еще отчета, блядь. Я дал, все. Атака. И спойлер раньше, да? Ну, хорош. Костель вышел с рейда. Вам-то тут не препота, ничего не надо, все равно. Надо препота. Я на арморке на 2 минуты, ебаный в рот. Герка, давай. Давай, нет. Конечно, там очень крутой, с тотемами стоишь один. Тебе нормально, блядь? Может, центр поставишь? Ну, сейчас это... Подойду. Сейчас, я говорю. Наркоман, Шулан. Однако. Стурка. Корни. Чулан. Скольки переход? Да не помню. 25%. 75%. Сунсун. Готовимся, скоро переход. 3%. Корни. Рассосались по своих метках, да переводим, босс. Блять, нихуя на 70-ти на. Виби. Ну не подходи. Саль, блядь, пидор, нах, поставил мне. Вообще пиздец, проблема, да? Турбо. Готовимся. По центру не бегай. Вторая фаза. Ушли с корнем. По меткам разбежались. Дал прошенку. Гвардейцы, 30 секунд. Зеленый. Ты можешь к нам подойдешь, для печенька, и похилишь пацанов. Хилы в вашей пати, нахуй, распределитесь уже. Алиса в ромбике танчишь, мобов. Возле ромбика. Зеленые. О, блядь, нету еще зеленых. Кто Алису хилит? Гвардейцы, 10 секунд, готовься, Алиса. Зеленые, 15 секунд, готовимся. Большое сколько? 20 секунд, странник. Зеленые в кресте, зеленый. В кресте. Крест ушли, зеленого убили. Алиса прожимает там зеленку, я не знаю. Мобов лейте, не забывайте. Странник, 5 секунд, кинул, говорите, чопсу. Где. Чопс, перекинь волку. Айвер, пусть он хил. Странник, где? Хорош, все, если. Прости, перекинь локу. Байдер. Гвардейца так не держу, блядь. С центра уходим, чтобы вас не фрял гвардейц. РДД льем. Милики не подходят к нему. У вас задача другая. Стенку нахуй. Пина, хильки, я ее один не выхилю, ёб твою м***. Зеленая луна. Луну свичнулись быстрее. Странику быстрее. Перекиньте мне. Костель. Виби кидай, рядом стоит. По страннику быстрее, 10 секунд осталось. Агро, Алиса. Лови, я не могу одновременно двоих мобов, поймите, пожалуйста. Спана убери. Где второй следующий лес? Трусы. Угу. Играйте быстрее. О, близкий умер. Быстрее БР по самолету. Просто умер. План.
А, все попадали, где-то. Гвардеец всех побил. А куда Эвинар побежал? А, гвардеец. Давай сделаем проще, она пусть катит странника, да и все. Ну я не знаю, как вот у человека с такой пухой будет нормальный агронабор. Вот вы мне скажите, пожалуйста, в танке. Сделала обосного фроста, блядь. Ходит и мобов не может держать. Это вайп. Алиса, вот. Умеешь кайфить это в стране? Что по кругу? Да, что постоянно ледяные оковы кидаешь на него. На него не действуют ледяные оковы. Я вообще, господи. Ну что это за бред? Ну, зачем ты так играешь? Я не понимаю. Царь, дай скажи, пожалуйста. Что по фану, блядь, и все. Мастер, поставь, пожалуйста, Сомалийского рядом, ближе к Алисе, потому что я буду ее хотя бы сидеть. Я уже так и понял, так и планирую делать. Слушай, я к ней бегаю постоянно, и это очень тяжело. И свои. Не, я тебя к Микстурке кинул, потому что Микстурка теперь на гвардейце. А, окей. Чего вы не умираете-то? Мастер, так, если вот такая хуйня будет дальше, вот это вот, чисто по фану, мне это уже нахуй настоебало. Начисляй ГП, пожалуйста, это уже пиздец. Давайте, масрез. Так, значит, у нас микстурка будет так. Кружок поменяем. Пати поменялась местами. Следите, в каком вы пати. Не, мастер, ты не по понял. Номеру пати все так же и осталось. Там первая квадрат, все остальные свои, да? Нет, первая теперь печенька, вторая крест, третья квадрат, четвертая луна, пятая трусы. Алиса на страйдере. Микстурка на трэше. Объясните остальных, которые с другой стороны комнаты. Все нормально, у нас вторая фаза проходит, только не тупим, теперь не умираем. Как сомалийского гвардейца убил, да? Ну, как? Мастер, а может на локов просто метки поставишь, чтобы видели, кого, ну, так быстрее будет перекидывать? Или фок? Кто босса спугнул в войне? Кто-то. Подошел. Урба. Меня не показало. Ну, пошел на меня, потому что я порезанную там хилку дал. Умрите, блядь, дайте диван какой-то. Все в одну кучу, встаньте. К мастеру, все к мастеру сбежали. Лес, куда ты побежал? А сейчас за тобой будет бегать нахуй за текстурами, блядь. Мастер, а то, что ты поменял микстуру, мне проще хилить. Не стало танка, который держит гвардейца, я стою. Микстурка держит гвардейца, алло. Да, а я стою в квадрате. Ну, в той же точке вверх, а он не достает просто до него. Сомалийский стоит в кружке, алло, блядь. Да, это однохерственно. Там тоже далеко. Поставь меня в крест. Нет, там если будет частица, ты будешь доставать до него. Ты понимаешь, что, блядь, кружок и крест на одном расстоянии? Чё ты мне, блядь, рассказываешь? А, если так, окей, все хорошо. Мастер, я в какой тогда пати хилю? Потому что так вот у тебя квадрат. В кружке. Нет, у меня кружок был. Был кружок, теперь у тебя квадрат. Меняемся, царь. Угу. Спуститесь по лестнице, лестница. Ставлю рыбу. Спасибо, император. Алисы нету, где-то далеко шляется. Заманите Алису. А ты, блядь, ой, назад ей объясняй или не объясняй, что Фрост там говно. Она этого не поймет никогда, ну. Так что, блядь, станет говно. Я тоже не понимаю вашу вот эту вот бомбежку, типа, говно, не говно, блин. Со всех рвут агро.
Да ты понимаешь, что у него стоит 226-я пуха? Все, тишина. Какой с этой пухой будет агронабор, ты мне скажи. Когда у Фроста с двумя одноручками вообще агронабор? Мысли нету. Ты знаешь, что со Фроста с двумя одноручками хуй сорвешь агро, если что так? Я вижу. Как с нее не сорвешь агро? Все, да потому что я, блядь, не могу в двух таргетах одновременно набирать себе кровь. Вы можете понять, то, что просто танк — это соло-таргет танк? Сейчас посмотрим, как Никстурка наберет, потом скажешь. Окей, пан тут? Кулак по рогам, пожалуйста. Может, потом сделаем рокировку, и Алиса пойдет на холипало, а Самлинский потанчит трэш, если сейчас не получится. Тогда будет вообще заебись расклад. Оставь налог в метке, чтобы быстро телепортом закидывать. Ох, да, ну так. Уже забыл про это. Войд. Масса. Как сильно бьет. Ой. Ибит. Все, Диминиш. Ваш меня любит. Любовь с первого взгляда. Да? А я заметил вот на апнутом БК-контенте, что на соляре вот тут вот багаются и очень часто пытаются надеть. Турбо. Готовимся, разошлись по метке. Да, упражнение. Я понял, что в луну, да? Алиса, в пати, посмотри свою. Она в квадрате. Он из квадрата да. Примерно идет на хилов. Иногда под текстурами, так что смотри. Моб пошел по текстами. Какой моб? Элемна. А, Элемна слили его. Скоро гвардеец, готовимся. Скоро гвардеец. Только хилы не стойте возле лестницы, чтобы гвардеец на вас не пошел сразу. Я мириков не могу. Зеленый крест. Зеленый крест. Один гвардеец или их два? Всегда один. Угу. Так, той пан. Пана кинул. На вибике. Шейперов. Трусы и странник. Идет сомалийскому ебалу ломать. Гвардей сейчас бы. Где он? Он вот он. Вот вы.
Зеленый, зеленый в... Ой, под страйдером тебя ферет, дурачок на император. Зеленый в круге, зеленый. Ред, ты где? В круге бью зеленого. Где? Ну вот я там. Сука, не подходи к... Ёб твою мать, Алиса. Ты зеленого проебали. Шулан, Дарс, Элрей. А не надо, у меня две шмотки красные. Берти кого-то, кого-то другого. Шейкер тут будет. Странник, готовь. Бортич. Драт, страйдер. Блять, я замедлен. Я зеленый. Вон он вышел. Печенька зелен. Спырьте зеленую хрень с миликов, они умирают от нее. На Миши Про, на луну сзади. Она тикает очень больно, пиздец. Из цели беги. Даю тебе пару. Чопс. Может у нас, сука, хилы начнут стоять на круге, блять, наверху и прохиливать людей? Минус 3 человека, блядь, на круге. По Мише Про, дай Моса БР. Ой, перед лицом был. Страйдер Луна. Драт, Страйдер. Зеленый правее от печеньки. Пропал нахуй. Типа ложимся или что? Не-не, бьем. Один остался. Гвардейца сейчас три будет уже. Чопс, вишница в гвардейце. Где третий, блять, я замедлил. Маны нет, все. Подведите его. Я занимаюсь. Все, поздно. Пожалуйста. Два гвардейца микстурку убивают очень быстро. Рассекающий. Очень много нахилено по мне. А че вы мрете нахуй? Хилы вы не можете встать, сука, на круг, блядь, и хилить те, кто внизу, блядь? Я не могу. У меня частицы на микстурке. Так у тебя частица на микстурке, стоешь возле круга, блядь, вон. Нет, потому что частица работает так. Если человек внизу, а микстурка вверху, микстурку не будет. А зачем тебе спускаться вниз? Я не спускаю. Блядь, мастер. Тебе показать сейчас, где стоять? Мастер. Резайте, народ. Там стоишь на краю круга, и можно захиливать и микстурку, и пати внизу. Я так понял, если цель хила внизу, да, то по микстурке не будет из-за разницы. Прекрасно. В но в чем прикол? Если он захилит один раз, блядь, там надо хильнуть, потому что молния. Один раз, если бы, когда два гвардейца, микстурка просто улетает в область. Так, пан по гвардейцу. Алям 300, мастерал 2-300. Войд по гвардейцу лям 300. Так масс-рез есть. Алло. Блядь. Хорош. Ну, как выиграть? Ложимся. Диван шредер кинь. Масс-резом как? Просто можешь зайти, пожалуйста, на шамана? Того в другого не свечитесь, пожалуйста. Давай, зайди, пожалуйста. Царь в ДД тогда. Время вышло. Так ничего не изменится.
А как вы одного зеленого проебали? Где он был, что вы его проебали? Чуть правее печеньки. Уронили меня. И не хватило моих там копеечек дома. Как-то так и проебали. У кого Дживс? Галя тут? Да, тут. Хотя нам нужен милик или РДД, вот в чем вопрос. У нас ушел сумани, милик. Суманите, плиз, как там будете готовы. Давай котлас в рейд. А простите, куда заслал? Теперь так, чулан Виби, Ромка просит. Тут хил есть. Чего? Хил есть. Хил есть. Хил есть. Дайте масрез, ёпта. Да я иду. Масрез КД. Нет. У некоторых. Так, пана мне надо ближе поставить, значит его надо в крест, либо в кружок. Крест-кружок, крест-кружок. Метки стоят просто ориентировочно, примерно, чтобы где-то вы кучковались, и все. Чопс, если видишь, что нету, ты там, я смотрю, возле кружка бегаешь, если видишь, что этот, гвардейцев дохуя, а зеленый не идет, заливается, то помогай в гвардейцев сейчас иногда. Все встали в одну тучку, точку, блядь, они, хули вы там все стоите, подойдите к Рейдуна. К фрес сойдитесь все, точнее, к трусам идем, ставлю рыбу. Дайте джинс, люди поломаны. Сумо он будет. ЛРЭ, сейчас будет. Ну не только ЛРЭ, просто еще в Долоране. Просто кто-то сомните, ЛРЭ сумо. Дживс стоит. Хотя... Все в туалете поковырялись. Так. Давай, Рэй, вместо пана побьешь моба. Как тебе такое? Гвардейцы. Зачем? Миликов, которые клюют? Да. Кто танчит? Алиса? Нет, текстурка. Хозяин, барин, без разницы. Так, еще раз, что там по поэте? Блин. Так, вам одного РДшника надо, дам вам турбо. Рэй у вас кто? Ага, кружок. Понял, принял. Алиса нормально страйдера водит или такой? Объясните, если не так. Ну нормально, в принципе, только лучше... Да пух, со страйдера вроде нормально. Не камни води, а води в длинную сторону. Покажу сам Алис. А, покажу хила. Вот хилы. Вы стойте вот тут. Вот по краю, вот тут, блядь. Спасибо. Вам не надо вниз спускаться. Потому что, смотрю, люди падают и падают, падают и падают, падают и падают. Ну, мастер, ну ты видишь, если по тебе урон прошел, тебя не хилит. Ну ты ж не дурак, ты поднимешься наверх, чтобы тебя захилили. Ты так сделаешь? Или ты умрешь? Ну так вот, если они будут тупить внизу и умирать, ну блять. Ну смотри, чулан, у меня было пол хп. Я понимаю, ситуации когда разные. Когда я прыгал вниз, блять, бить зеленого. Мне бросать зеленого бежать за захилом, блять, наверх, это разные. Ситуации разные. Поэтому. Че он сказал? Что зеленый ты там тусуешь? По котласу флори. А, котлас не в рейде, котласа сумонин.
Тык. Тык на сумон. Ладно, разберемся потом, кто, какие косяки, когда убьем босса. Пока класса фурри. Все видят свои метки в ток-компате. Котлас, если что, твоя метка это будет у нас кто? Правильно, квадрат. Квадрат. Ты что, не слушал, когда я в Дискорде рассказывал? Бафы по Котласу, приста баф. Приста буф. О, хорошо пошло. Арчи на пол. И тотема в центр поставьте. Пан. Ебать центр. Хороший центр. Ветер северный. Идешь и под миликов ставишь. Турбо. Царь. Котлас, выйди с рейда. Его не уходи, тебя хилить должны. Турбо. Вина. Переходка. По меткам стали свои. Так, я на страйдере, да? Да, да. Ты император и турбо. Вимби помогаешь. Да, Императора там лучше отправь куда-то на платформу зеленого заливать, потому что у него бурстовой дамаг, он быстро. А Вибби он пока обдотает, пока... Готовимся гвардеять скоро. Гвардеять сейчас. Трусы нечестивые. Зеленые трусы. Трусы свичнулись быстрее в зеленого. Где гвардеец? Вот гвардеец. Да, куда, сюда. Как я увидел, она берет тебя. Костель. Страйдер крест.
Шредер, прикинь, блядь, порчу. Гвардеец, готовимся. На мне замедление. Дайте фридом по микстурке, самолист. Зеленый крест. Крест, быстрее свичнулись. Там нет никого вообще. Пропал нам успеть. Страйдер скоро. Страйдер квадрат. Страйдер квадрат. Скоро гвардеец, готовимся. Лаги. Про зеленого говорите за 5 секунд. А, не буду. Частивые трусы. Трусы. Зеленые трусы. Турку подиспельте, дрянь зеленую с него. Она тикает больно. Перекидывайте. Вы чего? Царь, подойди. Шредер, я тебе кину. Давай. Блять, еще эфир дал. Гвардеец, готовимся 5 секунд. Варвар, какое дело, ёпта. Скоро зеленый должен быть. Царь обезьян. И все, я... Зеленый квадрат. Страйдер, трусы. Трусы, страйдер. Странник. Убили его? Да. Убили. Кидайте мне. А лутанули? Сели вот. Ромка. Ромка, мне кинь. Да, ну понятно. Царь сдох. Ну я не знаю, она таунты вообще будет кидать или нет, блять. Что, почему вот такая хуйня? Примагу кинули, ну перекиньте. Дальше кто? Ну, Алиса, кидай. Алиса, прикинь. Олег, кинь Виби. Я стою, Алиса. Сзади тебя, кинь на меня, выбери меня. Я в неадеквате вообще. Дади сумку. По царю, дай БР, мост. Зеленый. Али! Ну, Костиэль, Костиэль, кидай. А, все, трэш надо бить. Зеленый! Цей, блядь, ебаный крест, сука. Но он уже сейчас исчезнет. Нахуй вы этой дури, блядь, куда? Тише, тише, страйдеров залейте. Не одна секунда КД. Какой нахуй таун? Гвардеец скоро. Страйдеров долейте, блядь, быстрее, нахуй. Поцарю фулл ребаф. Алиса упала, быстрее чулан поднимай Алису. Я в фире. Поднял. Прости упал, блядь. Прости поднимайся как-то. Лил. Прохил рейда. Дим на хп, Шансун. Крест. Я уже зачитал. Зеленый крест, здесь нет никого. Все, пропал. Короче, блядь, такой же можно ставить на анта, блядь, не ставить. Это бесполезная хуйня. У нас нету ХП. Ее нельзя ставить, Варгей, понимаешь? Страйдер. Давайте после трая бота обсудим. Не, я обосрал. Полмесяц, странник. Старый умер. Ну чё, она не таунти, долбой не таунтает. Не одна секунда, КД, блядь, даун по меду, пожалуйста. Да ты дур, у тебя агронабора нет. Вопрос нет, ты понимаешь это или нет? Заткнулись все. Кулит вы орете, блядь. В печеньку быстрее. Ёбаный цирк, да все уже, все, минус 3 человека. Это можно ложиться. Ложимся. Поменяй, давайте рейл будет знаю, говорить и все. На кого-нибудь, потому что это бред.
Алиса на холле пала. Сомалийский в танка. Покидает гильдию. Давно пора. Успокоился, царь? Он, по-моему, из Дискорда вышел. А не он. Или успокоился, царь? Я мут снял. Я с этой дурой в рейд не пойду. Она уже ливнула. Дальше. Молодец. И вот так и... Я уже заебался вот эту всю хуйню поощрять. Сделал обоссного фроста. Не там, агро, не держишь. Я в ШП по КД уход в тень прожимаю. Я только у меня проходит баф, на меня идет страйдер. Нормально? Галя, заходи в рейд. Сейчас микстурку танчил. Турбо постоянно срывал. Ничего. Миш, ну вот смотри, сравни хорошо. Та же Галя, допустим. Вот кто-то ей хоть слово сказал поперек. Вот она делает свое дело, делает оно идеально. Да, косячит? Все могут косячить. Ну, непостоянное, блядь, мракобесие в рейда. Лича три раза запорола. И это запорола. Ну, все, что запорола? Царь, нахер хорошо. Это надо вообще? Я не понимаю. Ну, Алиса, ну, Алиса, ладно, Алиса, Алиса, Алиса. Мне это нахуй уже раздражает, честно. Все. Ты меня успокаиваешь теперь. Я тебя успокаиваю. Давай. Все нормально. Верни на срез, пожалуйста. Так вот у Тана, понимаешь? Желательно не взять на срез, сейчас босс агрится, по идее. А, да, ну то. Срез эти точечно. Царь, убедительные просьбы, не ори так, пожалуйста. Уже как бы типа поздно, и типа тебя слушает куча людей. Классно, там конечно. Еще у кого-то задний фоник кто-то заорал. Только у меня показало у Казума.